Нам стоит гордиться нашими дедами-прадедами, но мы сами лично еще не сделали ничего для того, чтобы нами гордились наши внуки и правнуки. И выпала нам другая задача – победить самих себя, победить отношения друг к другу, победить то, что заставляет людей уезжать из этих стран в поисках лучшей жизни. И эта победа не легче той, что была. Если смогут между нами встать люди подлые и злые, чтоб тебе там про меня не говорили. Не спеши ты никогда обрубать канаты с пылу. Не за спиной, только глаза, и увидишь танец зон на своих мечтах, дай же слово. Держаться в этом сером мире, и через силу назвал всем утром.